солнце, море и гора. А вернее сказать, жара, очень жарко, плюс 34 градуса. Я сейчас нахожусь в Лермонтово, Краснодарский край. Ну, я упомянул о горе, потому что я все-таки решил на нее подняться. Пойду сейчас другим путем, как сказал один исторический политический деятель. Мы пойдем с вами другим путем. Первая попытка на эту гору была неудачная. Пытался подняться вот здесь, вот есть тропинка, и там колючие кусты не дали пройти. Сказали, что есть другая дорога, нужно пройти немного дальше, и попробуем сейчас подняться там. Немного пришлось идти по дороге, но я думаю, что это ничего не стоит ради того, чтобы посмотреть красоты вот с этой горы. Если идти прямо, через пару километров будет Джугга, а налево сразу съезд с дороги. Получается, спускаясь с горы, поворачиваешь направо, и здесь вот такой отель впереди. Ну и правее автокемпинг. Уже отсюда открылся отличный вид на бухту Лермонтова. Красотень. Ну а мне нужно перейти дорогу, и вот где-то там должна быть тропинка, чтобы подняться в эту гору. Движение, как мы видим, сегодня интенсивное, но оно всегда такое почти. Ночью посвободней, рано утром. Дорогу перешел, открывается такая площадка для дальнобойщиков, видимо. Ну, а мне идти все прямо. Поднялся совсем немного. Здесь какая-то строительная площадка будущая. Скорее всего, что-то строить собрались. И вот здесь вот открылось такое озеро. Прямо с плотиной. И вот оттуда с трубы, видим, стекает вода. Такая здесь рица. Ну и квакают лягушки. Чтобы спуститься к озеру, нужно немало постараться. Смотрите, какой берег обрывистый, как это все рухнуло прямо туда. Здесь слишком круто подниматься, но есть какая-то тропинка, двину по ней. Так, дошел немножко до одного интересного места. Здесь стекает вода, сюда здесь накапливается. И вот мы видим, труба и впадает в это озеро. Тропинка есть, но она вся заросла. И здесь растут те же самые колючки. Ну, в этот раз, значит, мне не видать красивых видов с этой высокой интересной горы. Не пойду. Для этого нужно специально одеваться. Ну, или нужно приезжать сюда в сентябре, когда уже вся трава лежит и когда не так много этих колючек. Ну что ж, пойду тогда до моря прогуляюсь. Идемте со мной. Если у меня не получается подняться на эту гору, то я вижу, вот там дальше тропинка. Пойду, схожу туда. Это озеро привлекло мое внимание. И я смотрел правее, поэтому как-то упустил из вида сначала момент, что тропинка-то есть влево. Сходим влево. Опять совершил ошибку, то, что не взял с собой воды. Надо было хотя бы бутылку минералки купить. На самом деле очень жарко и, блин, пот, можно сказать, застилает глаза и капает прямо, блин, на очки. Действительно очень жарко. Еще нужно добавить то, что я иду в гору, поднимаюсь вверх. Все-таки солнце шпарит. Неплохо. А здесь, видимо, русло ручья. Если когда дожди, то вода стекает вся вниз. И вот так вот все промыло. Идем дальше. Поднимаюсь все выше, и между деревьев проскакивает вот такой прекрасный вид.
погоне за этими красивыми кадрами. Поднимаюсь, блин. Весь потею. Жара. Но все-таки, согласитесь, кадры классные. По пути мне попала такая изумительная яблоня. И сейчас яблочки я попробую. Немножко хотя бы хоть жажду утолить. Они вот уже погрызаны птичками, скорее всего. Как говорится, что не съем, то поднадкусаю. Слыхали, наверное, да, такую фразу? О! Ребят, яблочки оказались отличные, слегка кисловатые. У меня с собой бинокль. Бинокль достану, обратно наберу яблочков в эту сумку. Ну и тут же растут ягоды. Забыл, как называется, ежевика, что ли? Идем дальше. Тропа сделала вот такую петлю. Поднимается ветер. И вижу сухое дерево, оплетенное какими-то лианами. Поднялся еще выше. Опять вот все такие деревья. Здесь наблюдаю небольшую площадку. Кто-то, видимо, когда-то здесь отдыхал. Пенек. Это что? О, блин, пенопласт. На такую высоту подняли пенопласт, видимо, использовали в качестве сидушек. Все еще не могу догрызть это такое слегка кисловатое яблоко. Оно такое как-то и кисловатое одновременно, и сахарное. Какая, блин, порода у этой яблони? Название не знаю, не могу сказать. Я уже, блин, запыхался и иду, поднимаясь круто вверх. Походу слева смотрю такой лесочек, ну можно пройти по нему. И там между деревьев просвечивает море. Схожу, посмотрю, может быть и здесь откроются отличные виды. Ну а вы оставайтесь со мной на канале и смотрите вместе со мной кадрами, которыми я с вами делюсь. Я думаю, что останетесь довольны. Так вот, тихонечко шагаю, чтобы не наступить на какую-нибудь... Да-да, правильно вы поняли. На какую-нибудь колючку. Попадают и острые камни, и острые сухие ветки. Ну, шагаю потихоньку, аккуратненько. О, дерево сухое. Интересный такой лес для меня, жителя Урала. У нас все по-другому. Да и моря у нас тоже нет, если не считать. Есть такое выражение — Камское море, Камское водохранилище. Ну, если кто видел, знаю. Такой вот интересный лес. Иду с той стороны. До обрыва осталось совсем немного. Иду, и мысли у меня такие появляются. А вдруг обрыв крутой? Там надо быть как-то осторожнее. Хотя и так иду аккуратно, но все же надо это иметь в виду. Постепенно сквозь колючки прохожу, продираюсь к обрыву и вижу такую картину. Лежит матрас. Конечно же, я тут не первый, кто нашел эти интересные места. Тут прям жил, что ли, кто-то. Ну не зря же сюда матрас притащили. Ну и прям тут какая-то тропинка заросшая. Вот она. Ну видно, что вот помятая она. Но я не думаю, что это животные так натоптали. Ах, вот оно что. Вот что. Вот этот трос. Ага. Здесь анкер и трос, который держит сетку, чтобы камни не осыпались на трассу.
Где же мне пройти? Прям сюда и двину. Вот оно море. Не, ребята, пройти, не поранившись, не могу. Колючки, ну прямо такие острые, прям сантиметровые шипы. Поэтому пройду дальше. Там поищу место получше. Каждый шаг через эти колючки дается с трудом. Сейчас преодолел вот минут за 5, наверное, метров 15 всего. Так вот, аккуратненько, аккуратненько. Вот оно, вот. Вот это вот просветленное, освещенное солнцем, небольшая поляна. До нее бы добраться мне нужно, вот, нужно-то немного. Просто посмотреть и поснимать виды. Приходится такую полосу препятствий преодолевать. Вот они, эти колючки. Так вот их, вот, вообще видно хорошо, да? Ну, видно, что даже больше сантиметра в длину. И вот так вот все аккуратненько и аккуратненько приходится шагать. Ну, блин, тихонько шагаю. Держусь за все, что можно. И добрался я до этой поляны. Там вот, смотрю, катер плывет. Придется еще нужно вот до того дерева дойти. Блин, накусали какие-то насекомые. Отцарапался весь этими колючками. Ну, продолжаю двигаться. Подержусь за это дерево. Так, блин, колючки тоже. Ну вот, вижу море. Даже отсюда вижу дно. Понятно, что вода чистая. И там внизу уже, видимо, автомобиль. Также кемпинг, и там автомобили, смотровая площадка. Туда тоже потом можно будет сходить посмотреть. Ну, виды так не особо, я скажу. Потому что вокруг деревья, кусты. Ну, сколько видно, столько видно. Везде встречаются вот такие красные ягоды. Фу, не пойму что. Ну, получается, что на гору забрался, море повидал. Но вы же понимаете, что мне хочется больше, да, и чтобы вам показать какие-то более интересные места. Поэтому оттуда, вот тут вот этот матрас лежит, ухожу обратно на дорогу и попробую подняться еще выше, посмотрю, как будет обстановка выглядеть оттуда. Вышел уже на такое более открытое пространство. Колючки здесь эти встречаются. Вот, блин, час запнулся. Но они все же более редкие. А там все в этих колючках переплелось до такой степени, что идти невозможно. Приходится аккуратно переставлять ноги. Вот там видим море. Иду по тропинке. Какая-то тропинка тут нашлась. Ну, направление наверх. Надеюсь, что выйду на эту дорогу. Какое-то какие-то, блин, насыпные кучи. Что-то тут было. Интересно, что? Мусор добрался и до сюда. Видите, бутылки пластиковые. Так, что ж тут было? Что здесь копали или закапывали? Прямо вот какие-то траншеи. Есть вариант, что здесь была какая-то полоса обороны во время войны. Вряд ли. Ну, хотя кто знает. Продираюсь сквозь такую чащобу. Вот уже она, дорога. Если сейчас повернуть направо, блин, колючки. Направо, то это будет обратная дорога. Ну, пойду налево. Вверх. Идем вверх. Кое-как прорвался через эти колючки. Вот, блин, была же яблоня на пути. Надо было хоть парочку взять с собой. Мысль была, ну, как-то промелькнула и забылась. Иду в надежде. Иду. Поглядываю на деревья,
в надежде увидеть еще одну яблоньку. Ну тут уж как повезет. Я тут первый раз, так что не знаю, что ждет меня впереди на моем пути вверх. Плиты бетонные. Дорога идет в гору. Тут кто-то ходил, видно, что трава помята. Вышел вот на такую дорогу, и все, иду в гору вверх. Хочу подняться, насколько это получится, насколько много выше. Ну и чтобы открылся вид на Лермонтово. Ну а море вот немножко видно, кусочек. Жарко, пить хочется, конечно. Ну, несмотря ни на что, двигаю вперед. И впереди, передо мной вот такая картина. Красота. Правда, ветер задувает в камеру. Так и продолжаю подъем в гору. Наверху, как вы слышите, кричит неизвестная мне птица. Ну, пить сильно хочется. Терплю. Иду, и тут развилка. Налево в горы, прямо в горы. Повернул правее, потому что знаю направление на Лермонтово там, вот за этой горой. Ну, ничего, я прошел. Много. Пить хочется. Смотрю на деревья и ничего не наблюдаю такого, чем бы можно было утолить жажду. Поднялся на такую вершину, где получается гора справа и вот которая слева, они вот совмещаются, это единая вершина, и иду вперед в надежде, во-первых, найти, увидеть какую-нибудь, блин, яблоньку, хотя бы захудалую, чтобы смочить губы. Ну и хотелось бы увидеть здесь вершины, с этой вершины Лермонтова, немного поснимать, ну и спуститься вниз, и опять же в первом подходящем, в первом же ларьке, где продают воду, блин, я уже заговариваться начал, у меня губы обсохли. Да, не совершайте такую ошибку. С собой нужно брать какую-то водичку. Попадают иногда такие теннисные места. В общем, тень. Немножко легче становится, когда идешь. Ветерок обдувает. Ну, Лермонтова уже вижу. Я уже спускаюсь вниз. Но нет такого места, еще не попадалось, чтобы было открытое, чтобы был обзор, чтобы можно было поснимать. Ну и, как я вам уже сказал, у меня с собой бинокль, посмотреть на местные красоты. О, какое ущелье, а вон Лермонтово. Я думаю, что, возможно, дорога идет сюда. И выйдем там. Ладно, несмотря ни на что, двигаюсь. И как я хотел изначально вернуться к той яблоне, которая была в начале видео. Ладно, уж в другой раз. Иду вперед. Конечно, еще и не знаю, где ближе и покуда дойти до Лермонтова быстрее. Но раз я уже спускаюсь с горы, значит, самый верх прошел, перевал. И вот вижу открытое место. Ух ты! Ух, ребята, вот это вид! Ого! Класс! А там что внизу? А, вот такой обрыв. Да, вид-то, конечно, изумительный. Море правее. Море самого не видно. Там коровы пасутся. Сейчас открою
сумочку, достану бинокль, посмотрю. Сейчас остановился, посмотрел в бинокль на эти красоты и так понял, что вот эта дорога идет вниз, и определился по карте с маршрутом. Мне идти, если идти вперед, так как я сейчас иду, то еще два раза по столько, в общем, две трети. Несмотря на то, что сильно хочется пить, решил двинуть вниз, то есть прямо. Для меня эта дорога впервые, мне интересно, но насчет пить как-нибудь уж перетерпим. Итак, иду дальше. В надежде, что тут какие-нибудь кадры откроются, вот, скорее всего, площадка здесь тоже отсюда будет хорошо видно. Загляну сюда, посмотрим, может быть, тут яблони есть какие-то. Нету ничего. Но вид, ребята, вот это вот всем видом вид. Да уж, вот это красота. Скажу свое мнение по поводу всей этой своей прогулки. Несмотря на то, что хочется пить действительно сильно хочется. Несмотря на это, мне открылись вот такие классные виды. Вот ради этого, ради такой красоты, я и, блин, пришел сюда, елки-палки. Как говорится, потерпим ради красоты, правильно? Ну, а мой путь лежит сейчас вот по этой белой, пыльной, каменной дороге вниз. Спускаемся дальше. Конечно, не забываю осматривать. Блин, да вот она, елки-палки, хоть и пыльная. Ах, сейчас потрясу, хоть одно яблочко съем. Блин, вот что-то выпало. Блин, вот что-то выпало, немножко потряс. Но мне хотя бы немножко, чуть-чуть жажду утолить. Помыть, конечно, нечем. Если было чем помыть, так я бы лучше выпил. Идем дальше. Блин, разочарованию моему предела нет. Откусил яблоко. А оно внутри, там не просто такое испорченное, а гнилое вообще полностью. И прямо какая-то жижа там неприятная. В общем, выбросил. Ладно, может быть, где-то еще повезет. Но получается, что не один я такой путник, который ходит по этой дороге, вот и лавочка, чтобы присесть и отдохнуть. Ну, я не устал, поэтому двигаю вперед. По прямой вот километр. Ну а по этим сейчас серпантинам, я думаю, что все три, если не пять. По правую сторону обрыв, обросший деревьями. А слева вот такая скальная порода открывается. Иду в тени вот этих больших деревьев. Чуть-чуть слегка поддувает ветерок. И чувствую себя более-менее нормально. И тут вот что мы наблюдаем. Погиб. Погиб при исполнении служебных обязанностей. 19-летний пацан. Пограничник, наверное. Ну, мы идем дальше. Видим обрыв вниз туда. Я бы больше не видел. Не попадали. Ну, где-то будет еще на пути. Если нет, полчаса, час это терпимо.
далеко улетел камнепад. Иду вот такую петлю сделал. Впереди прорисовывается опять какая-то площадка. Остановлюсь, может быть, оттуда также будет классный вид. Посмотрю. Хотя все вот заросло деревьями. Ничего не видно. Мост через реку и море. Ну блин, а где же яблони? Нету. Все удовольствия, все внизу. Самое главное удовольствие для меня сейчас — это вода. Даже это не удовольствие, это необходимость крайняя. Слышу то ли шум двигателя, или вода зажурчала, или, может быть, это у меня в ушах уже журчит. Или это просто поднялся ветер и колышет листья. Ничего, ни одного яблочка. Ни груши, ни яблока. Зато вот виды такие. Также вот вниз обрыв. Вода, видимо, стекает здесь, когда дожди. Впереди вижу какое-то открытое пространство. Надо в эту дырочку обязательно заглянуть. Ого! И мы видим уже дома. Это, скорее всего, первые дома в поселке Лермонтово. А мне придется идти по той дороге. Ну да, и выйду туда. На железный мост. Там в Лермонтово через реку Шапсуго, где деревня заканчивается, поселок. Значит, там такой железный мост из металлических листов. Когда по нему идешь, он громыхает, а если проходит автомобиль, грохот стоит незабываемый такой. Когда-то, ну там уже будет знакомая дорога. Когда-то мы там возле этого моста с Виталией рыбачили. Виталий, если смотришь, привет. Поют цикады. Что-то как-то долго все это. Вниз дорога идет, вниз, вот так вот. Влево, вправо, повороты, повороты. Все никак не могу спуститься на самый низ. Иду вниз и слева вижу. Тоже, видимо, куда-то дорога идет. И там спереди какой-то грузовик. Ага, КамАЗ идет мне навстречу. Но останавливать его, спрашивать воды попить не буду, потому что надеюсь, что уже мне осталось здесь недалеко. Проехал КамАЗ, и вот здесь вот уже первый кусок цивилизации вижу. Остатки от асфальтированной дороги, когда-то был асфальт. Сейчас этот асфальт будет встречаться все чаще. Я скоро уже доберусь до места назначения. Вот они, эти первые домики, которые видел с дороги оттуда. Скоро, значит, начнутся ларьки, и можно будет купить водички. Интересное такое строение. Раньше, наверное, какие-то экскурсии предлагали. А может быть, какая-нибудь союз-печать была в советские времена. Видно, что это очень старое строение. Ну и вот дальше начинаются опять домики. Я что-то вкусное увидел, висит. Эх. Обманка оказалась. Кафе Софи. Но, блин, кафе не работает, и воды купить тут невозможно. Иду, терплю. Так это я с гор видел. Это лошади пасутся. А мне издалека показалось, что коровы. Вот он, мост. Наконец-то я дошел до него. Сейчас покажу реку. Гоняют УАЗики.
которые возят на экскурсии. Значит, мне осталось еще метров 300-400, я на месте буду. Вот они, красавцы. Перед мной выбор слева. Аптека — апрель, май, июнь, июль. И светлое, темное. Вот я туда сейчас зайду, возьму какого-нибудь лимонадика. Блин, камеру прислонил к какому-то забору и купил. Тетя груша. Висит груша, нельзя скушать. Холодно. Думал, больше выпьет. Не лезет больше никак. Фух. Так вот, ребята, я был в этих горах, пришел на место и никак не могу напиться. Все, пью и пью. И мне все мало и мало.